Приветствую вас, Толята. С вами Tales Talk. Вот и заканчивается 2020 год. Время подводить итоги. Чем же мне запомнился данный год? Для меня, как для начинающего ютубера, это был продуктивный. Когда началась самоизоляция, я начал активнее развивать свой YouTube канал. За этот год на моем канале вышло 33 видео. В основном это были AMV и GMV клипы, прохождение, трейдер канала, нарезки стримов Мифересу, разговорные видео и то. В феврале вышел фильм «Соник в кино», который я смотрел в кинотеатре. В целом, фильм мне очень понравился. Весной, во время карантина, я начал выкладывать прохождение игры Sonic Generations с модом Tales Doll. То есть, получается, это было поколение Tales Doll. На моем канале есть серия роликов во вкладке прохождения. В мае я узнал про фанатскую игру Sonic 2020 и стал ее спонсором, которым являюсь по сей день. Летом у меня был завал на работе с экзаменами, но в августе я возобновил свою деятельность. Осенью был Super Sonic Con в онлайн формате, который мне очень понравился. Надеюсь как-нибудь там побывать. Очень хочу принять участие в соревнованиях по классическим играм Соника. Еще очень понравилась викторина Badnik Life и ремиксы песен. Отдельно стоит отметить озвучку для аниме Соникова, который принимал участие сам Михаил Тихонов. Да-да, тот самый голос Соника из русского дубляжа аниме Sonic X. Еще я купил себе микрофон под названием Benches BM800 с AliExpress специально для подкастов и стримов. Данное видео я уже записываю с помощью нового микрофона. Недавно я изменил название канала на Curse of Tales Doll, что в переводе означает проклятие Tales Doll, и по-прежнему являюсь тем, кто благословляет стримы Мифересу в самом их начале. Также в конце года принято строить планы на будущее. Сейчас в разработке находится видео, посвященное Sonic Mania Java. Скорее всего, оно выйдет в новогодние праздники. В новом году также будут выходить новые AMV и GMV клипы, будут прохождения различных игр как по Сонику, так и ретро-игры, инди-игры и другие. Планирую проводить стримы. Топы тоже будут выходить на моем канале. Также хочу немного попробовать себя в других форматах. К примеру, я недавно посмотрел мультсериалы «Коты быстрого реагирования» и «Пираты темной воды». Хочу попробовать сделать обзор на данный мультсериал. Отдельно отмечу, что я благодарен вам за вашу поддержку, а именно за подписку на канал, за ваши лайки и комментарии. Это мотивирует меня продолжать выпускать ролики, развиваться самому в творческом плане и развивать свой канал. Помните, что те, кто не ставит лайки, не подписан на канал и не пишет комментарии, рано или поздно настигнет проклятие Tales Doll. Ну и конечно же хочу поздравить всех с наступающим Новым Годом, пожелать счастья, здоровья и всего наилучшего. Весь год для вас был стараться Tales Doll. Еще раз спасибо за вашу поддержку и услышимся в новом 2021 году. Я заказал у одной художницы, которые вы видите в правом нижнем углу, вот эти вот рисунки Tales Doll для моих разговорных видео. Правда, они милые?